Техасе, Соединенные Штаты, есть собака-инвалид с деформациями лица при рождении. Ее мать-собака была беременна 7 детенышами собак, потому что матка была слишком маленькой, что привело к тому, что у собаки по кличке Лаки появились деформации лица. В собачьей жизни Лаки за последние несколько лет его все не взлюбили из-за его уродливой внешности. Его несколько раз бросали усыновленные люди и несколько раз отправляли обратно в приют для собак Ланг-Ланг. Сотрудники приюта для бездомных собак разместили фотографию Лаки на Facebook и разместили ее историю в интернете, надеясь, что кто-то сможет по-настоящему принять недостатки Лаки и дать ему теплый дом. Мисс Джейми Хьюлит – очень заботливый человек. Обычно она спасает собак. Узнав о ситуации Лаки, она без колебаний отправилась в приют для бездомных собак Лаки и захотела усыновить Лаки. После этого Джейми Хьюлит усыновил еще 2 щенков, чтобы сопровождать Лаки. Лаки становился все счастливее и счастливее с каждым днем, его характер больше не был резким, и он постепенно становился мягким и милым. Вероятно, это перемена, которая может произойти только в любящей обстановке. Лаки понял, что именно Джейми Хьюлит спас ему жизнь, поэтому он был очень благодарен и любил Джейми Хьюлит. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.